Ща-ща. От Одессы мамы. Самое чудесное место. Одесса, у Черного моря. Просто улыбаться. У Черного моря, давайте споем эту утесу. Есть город, который я вижу во сне. О, если бы знали, как дома. Не помню. Не помню. Не Я спицы не взял с собой, блядь. Обычно будут за меня нет. Ой, ой, бабушка, что ли? Бабушка, бабушка, что будешь вязать? Баблёнь, баблёнь. Баблёнь, я сижу не ложатся носочки, баблёнь. Носочки на зиму, бабушка. Бабушка, носочки свяжи мне на зиму. Да вот эту ноженьку, вот эту столу, пожалуйста. Ой, внученька, не могу. Вот через становись-ка, а? Ой, не могу, бабулечка. Бабулечка, мазу, 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 бабушка, пожалуйста. Свяжи, внученьки, свяжи носочки и рукавички. Поеду в Киев продавать. А, в столице там дорого, да? Дорого, да, да, поеду в столицу продавать. Да, в столице дорого. Давай я тебе передам, а? А, да, передавай. Я сейчас связала на воин мото там чуть-чуть. Хорошо? Хорошо, бабулечка, буду ждать от тебя, притом. И пирожки я вам набегла там, столичные, одесские пирожки. Столицы таких нет пирожков. Я знаю, они прут хорошо. О, очень хорошо. Ваши столичные я пробовал, не прут вообще. Не проще, пирожки вообще столицы. Не, не, не. Вяжи, бабуля, вяжи, вяжи, вяжи. Хорошо. Ой, идите, не мешайте мне, а. Ой, внучек, подай клубок, а. Клубок подай. Бабулечка, бабулечка, на, полежи. На, вяжи, бабулечка. А, вот, я ж думаю, где мои нитки, это, а? Одесса. Одесса, привет. Здравствуйте. Я уже старая бабка беззубая, я уже ничего не помню. Вы кто такие, а? Вы откуда, с какого телевидения? О, ой. Авторское телевидение. Авторское? Да. А как вас? А? Меня привет можно передать? Да. Я внучку своему, можно? Конечно. Ой, у меня внучка сейчас служит в АТО. Вы знаете, он сейчас в пастерстве в Донецком. Он мне письма писал. Я вот ему, блядь, плету в носочки на зиму. А давайте что, вот. До зимы не справятся, нет? Не, не, я думаю, что нет еще. Там я знаю, что воюют, да? Война идет. Я вот скажу, хочу сказать вам, господин президент, что вы делаете? Давайте как-то будем жить мирно, дружно. Я уже старенькая, я не знаю, что мне делать. Я уже скоро помру, а мы внучкам еще жить-ка, а? Ай-яй-яй-яй, что творится в стране, кошмар, что долларом? Ужас какой, а? Ай-яй-яй-яй. Ты, бабуля, цветочек, где Матрёну потерял-то? Не знаю. А где моя Матрёнка? Матрёнка. А кто зря смотрит там, а? Матрёнка. Она старая уже, где вы? Старая, цветочек. Цветочек старенький. Что продаёшь? Я придумал. Что продаёшь? Ничего не продаю. На столицу ничего не продаешь? Нет, там эти воины. Я на АТО шлю лучше. Я вот на пенсии сижу, что мне делать? А я ребяткам, нашим ребятам, воинам, защитникам. И все для них. Отечество. А у вас даже вот патриотические нитки. Желтые. Желтые с белым. Привет Киеву! Серый? Я думаю, что с вами. Так, тренировки.